Сегодняшняя тема моей пресс-конференции – это распространенное в интернете заявление о якобы моей отставке. Ну, хочу сразу сказать, что отставку я не подавал, и в отставку на сегодняшний момент уходить не собираюсь. Поэтому что все, что было написано в средствах массовой информации, не совсем соответствует действительности. Александр Владимирович, как вы считаете, могут ли такие высказывания, такие вбросы информации как-то влиять на вашу предвыборную программу? Или как-то, может быть, это специально делается для того, чтобы создать какое-то сомнение здесь, внутри ваших органов? Ну, вы знаете, скажу честно, этот факт, то, что вы сейчас озвучили, на самом деле является определяющим. Но, чтобы все вы понимали, был действительно разговор, я давал интервью русскому репортеру, в котором обсуждали минские договоренности, демаркационную линию, прекращение огня и так далее. И, кстати, сейчас вот только что к вам заходил, то, что было сообщение передали, обстрел был город Донецк, район ЖД вокзала, Амстор, попал снаряд, 9 раненых, из них 2 сотрудника Амстора, очень тяжелое, пробило крышу, разорвался прямо в торговом зале. Дети, старики, женщины. Это так, к общему. А основное, был разговор, у меня действительно было интервью, в котором мы обсуждали вопросы, связанные с Минскими соглашениями. И я хочу вам повторить слово в слово то, что я разговаривал с этим журналистом. Я сказал следующее, что ни я, ни мои подчиненные, ни пяди родной земли, никто нас не заставит отдать. Сказал следующее, что я не держусь за свое кресло, и если будет стоять выбор безопасности моего государства, моих земляков, мне легче попрощаться с любыми должностями, чем совершить предательство в отношении этих людей. Все люди, которые со мной живут и воюют рядом, это мои близкие друзья, товарищи, я их считаю всех своими братьями и сестрами. Поэтому, как истинный патриот своего города, заявляю вам, что никто не заставит меня ни на каких условиях отдать приказ об отступлении. Всю территорию временно оккупируемую, которая находится под управлением украинских властей, считаю временно оккупированной, отношусь к этому соответствующе. И перемирие было заключено только для того, чтобы украинская сторона поняла, что войной конфликт не решить, и была у нее возможность спокойно в мирном процессе освободить всю незаконно занятую нашу землю. Александр Владимирович, выборы перенесли, правильно? Причина переноса выборов. И расскажите, пожалуйста, немножко по энергетике, по запасам угля, по теплу в домах. Скоро холода. Как у нас ситуация обстоит в Донецке и в пригородах города? Ну и, соответственно, там в Шахтерске, в Торезе, в Зубресе, в Снежном. Ну, давайте начнем с этого, с энергетики, с тепла. 2 недели назад при правительстве Донецкой Народной Республики был создан штаб подготовки к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний момент город Донецк на 80% готов к отопительному сезону. Более ситуация сложна там, где были боевые действия, в Шахтерске и в пригородах города Донецка, так как большинство коммуникаций, к сожалению, нарушены, и сейчас идут активные восстановительные работы. Самая сложная ситуация – это в районе аэропорта, там, где до сих пор продолжаются бои, и восстановительные работы, к сожалению, в том объеме, в котором бы нам бы хотелось, не могут проводиться. Далее, сейчас в плотном режиме работают комиссии, которые выявляют потребность населения в угле, вот именно в этих пригородах, и уголь, который потребуется для отопления домов, этим людям будет предоставлен совершенно бесплатно. По поводу энергетики и угля. На сегодняшний момент Донецкая область, даже та территория, которая находится под нашим контролем 100%, она владеет 60% запасов угля, находящихся на Украине. Мы в этом отношении с уверенностью смотрим в зиму. Старыми дедовскими методами, буржуйками можем это все отопить. Уголь в достаточном количестве есть. Что не скажешь об Украине. Там намного все сложнее. Судя по украинским СМИ, если мы в течение буквально еще недели не будем поставлять уголь на украинскую территорию, то на территории Украины начнется веяное отключение электроэнергии. Это первое. А зиму они встретят еще хуже, чем мы. Ну, такая же ситуация приблизительно складывается
к сожалению, в Новозовском районе, там и за сложности перемещения, и, к сожалению, после перенесенного урагана, который там произошел, туда нужно будет доставлять уголь, так как коммуникации практически нарушены все, и мы не успеем в полном объеме восстановить к зиме. Поэтому туда будут направлены машины с углем, дабы люди могли топить углем свои дома. Это все, что касается вашего вопроса. А перенос выборов? Перенос вызовов связан чисто с техническими моментами, потому что очень много желающих зарегистрироваться на выбор, на пост главы правительства. И по многочисленным просьбам на неделю просто перенесли выборы, дабы все могли поучаствовать в выборах. И тогда, кого выберет народ, ну тот и будет достоин. Александр Владимирович, как вы считаете, у вас есть какой-то сильный конкурент на выборах? Ну, все, кто будет баллотироваться, они все сильные конкуренты. Это все харизматичные люди, это все люди, большие лидерские качества, эти все люди известные в Донецке, Донецкой области, не только тут. Поэтому, ну, они все сильные. Еще очень интересует информация по аэропорту. Известно, что там продолжаются бои. Бои идут уже давно. Какая сейчас там обстановка? Что вот можно сказать? Ну, уважаемые господа журналисты, я уже неоднократно заявлял вам и заявляю еще раз. Аэропорт находится практически на 100% под нашим контролем. Не находится под нашим контролем населенный пункт город Авдеевка и Пески. С территории этих населенных пунктов обстреливается аэропорт и прилегающие районы города Донецка. Вот, кстати, на сегодняшний момент, которые обстреляли ЖД вокзал и район магистральный, попали в Амстор. Это наносился удар именно с района Песок. Чтобы украинские власти не говорили, что они контролируют аэропорт, я был вчера там, был позавчера там в аэропорту, мы ходили по новому терминалу. Небольшая группа украинских военных заблокирована в старом терминале. Ну, они абсолютно не мешают нам находиться на территории аэропорта, передвигаться по взлетно-посадочной полосе. То есть я не вижу проблемы в этом объекте. Большие проблемы создают украинские военные, которые находятся на территории воинской части в Авдеевке и в районе населенного пункта Пески. Все. То есть как бы Украина ни говорила, что мы вот так такие держим аэропорт, и на самом деле флаг висит там наш, флаг висит там давно. Украинского флага там нет. 60 человек, находящихся в территории старом терминале, это мы с ними по телефону общаемся. Предлагаем периодически сдаться. К сожалению, это правый сектор, сдаваться он не хочет. Ну, это вот и вся проблема. Населенные пункты мы не обстреливаем, ни Пески, ни Авдеевку. Если мы считаем их своими населенными пунктами, там наши земляки живут, многие бойцы находятся там, семьи. Если бы мы обстреливали, так как они обстреливают нас, мы бы уже давно были бы и на Карловке, и возле Курахова, и в Красноармейске. То есть в этом сложность нашего ведения действий, что мы не хотим обстреливать населенные пункты. Никто из наших военных никогда в жизни не будет стрелять туда, где находятся наши земляки. Скажите, пожалуйста, есть какие-то приблизительные подсчеты нанесенного ущерба как городской, республиканской инфраструктуры, так и частной собственности? Ну, вы знаете, приблизительные подсчеты имеются, но они не совсем будут корректны, даже вот, чтобы вы понимали. Когда Славянск еще не находился под нашим контролем, была разрушена система водоснабжения, водоподачи. Ну, там, вы понимаете, у нас водоподача идет системами перекатов, то есть поднимается на более высокий уровень. Самая высокая точка Донецкой области – это Мариуполь, кстати. Так вот, там стояли уникальные насосы, произведенные на заводе «Уралмаш», в единственном экземпляре 60-е годы прошлого столетия. То есть стоимость этих насосов и агрегатов, ну я не знаю, оценить невозможно. Почему? Потому что это был в единственном варианте, и вряд ли кто-то может это сделать. Это сотни миллионов, наверное. Если при обстреле Ясиновского Коксахима были повреждены два блока, стоимостью каждый из них порядка 150 миллионов гривен. То есть уже 300 миллионов, только два блока. Разрушения, которые произведены в городе Донецке, в городе Шахтерске, Снежном, многие из вас наблюдали, Иловайск, села, ну, там практически в некоторых селах целых домов не осталось. То есть это колоссальные затраты, колоссальные потери. И, как говорила Украина, если мне не изменить память, 400 миллионов, по-моему, долларов оценивала убыток, то по нашим подсчетам это уже за миллиард переваливает, и даже, наверное, не за один. Поэтому сто как считает, какие цифры. К сожалению, прекрасно понимаю, что все, ну, сразу это все не восстановишь. Ну, по мере возможности решается вопрос с предоставлением жилья людям, его потерявшим. Восстанавливаются самые главные, приоритетные и важные для государства отрасли промышленности, промышленные предприятия.
То есть в данный момент идет целесообразность, восстанавливаем шиферные заводы. Почему? Потому что шифер используется для ремонта крыш, это приоритет. Можем установить элеваторы, почему? Потому что элеваторы сейчас не приоритетные. А вот шиферный завод нужно восстанавливать. Амбросевка это, в принципе, удачно показала. Шиферный завод работает, и с него уже пошел шифер, который используется для восстановления кровель в Донецке и прилегающих городах. Я еще раз повторяю, никакого обмена территории нет и не будет. Ни в Минске я не подписал ту линию, которую они читали. Линии, повторю еще для всех вас, уважаемые журналисты, прошу донести до всего мира. Вторым пунктом Минского протокола был гласил, что линия разделения в зоне огня, ну, разделительная линия, по состоянию на 19 число. Если кто-либо вам будет говорить, что мы хоть метры земли отдадим, я повторю еще раз, мне легче, наверное, да, действительно подать в отставку, чем это подписать. Моей рукой такой приказ не будет подписан никогда. Какие условия временного перемирия? Временного перемирия? Вы знаете, я не знаю, как у нас перемирие происходит и вообще не происходит. Но вот мне сейчас, как премьеру, да, надо ехать на место обстрела. Вы знаете, я там был недавно, и вот вы не поверите, желание взять автомат и пойти все-таки сходить в аэропорт и своими руками куда-то пристрелить там, возникает все больше и больше. Если мы не открываем огонь, а украинская власть пытается постоянно провоцировать, распространяя даже вот такие вот моменты, как с сегодняшним заявлением об отставке, я подозреваю, какие друзья это все сделали, и постоянно обстреливает. Ну о каком перемирии? Какое вообще, какое перемирие может быть, если нас постоянно стреляют? Вот вы, журналисты, недавно поехали, посмотрели, как на 1 октября обстреляли 57-ю школу. Это счастье то, это геройские люди, учители и один из ополченцев, наших бойцов, которые своими телами прикрыли тогда детей. Одного разорвало на куски, другого пробило насквозь. Это два человека, которые спасли детей, спасали. В этот же момент была расстреляна маршрутка, там погибли 6 человек. Я видел дедушку, возрастом, наверное, лет, ну, я просто со спины его смотрел. Ему кровь текла на хлеб. Он за хлебом вышел. Ну, какие могут быть после этого разговоры о перемирии? Понимаете, те звери, которые находятся, извините за выражение, на той территории, на той, за той линии, за которую вы сейчас спрашиваете у меня, они уже людьми на самом деле называться не могут. Они стреляют в детей, стреляют в мирные дома, они стреляют по торговым центрам, в церкви. Ну, Украина всегда воспринимала Донбасс как регион, который приносит деньги. Потерять деньги, невзирая на сколько ты людей убьешь здесь, это для них основная проблема, это страшная вещь. Ну, люди, не воспринимающие человеческие жизни, а разменивающиеся там за какие-то обещания, за какие-то предвыборные обещания. Понимаете, если вот сейчас победит партия войны в Украине, то наступление украинской армии начнется буквально в первые же дни после выборов. Это мгновенно может начнуться. Вы сами прекрасно понимаете, что третий по списку, по рейтингу, идет Олег Ляшко. Высказывания этого претендента, ну, партийного лидера, все прекрасно знаете. Вы также знаете, прекрасно видите ролики, чем он отличается. И как его называют в Украине? Таких боевых людей, как он, встретишь только, не знаю, в Голландии.